Всем привет! Продолжаем прохождение Майнкрафт. У нас еще дел просто миллион. И все печки у нас работают. Так, что мы сделаем с самого начала, да? У нас много-много дел. Так, что мы сейчас сделаем? Во-первых, мне подсказали, нужно построить... Много чего нам нужно построить. Во-первых, это у нас... Как называется-то? Подождите, сейчас, секунду. Я не знаю, я никогда не строил этой фигни. Короче говоря, для ремонта вещей. Так сложилось, что когда я играл, по-моему, не было такой вещи, и вещи нельзя было ремонтировать, да? Так. Как же называется? Наковальня, по-моему, на... Да, наковальня. Ага. Ой, как дорого-то. О, это ужас. Да нифига себе, сколько железа. Ладно, все, забыли. Не, мы построим наковальню чуть позже, когда у нас будет столько много железа. У меня столько много железа не будет. У меня его вообще, по-моему, нету, да? Так, это мы сюда заберем. Железа у меня вроде нету. Ну, тем более. Хорошо, мы сделаем наковальню чуть позже, когда появится железо. Но сейчас самое главное. Кстати, мне еще написали, что получается заклинание еще лучше. То есть, вы видели, когда я зачаровываю, да? Здесь показывается там... Вот 8 левелов, да, максимум, по-моему, показывает. 2 левела, 6. Сказали, если я поставлю сюда книжные шкафчики, здесь будет зачарование до 30 левела. Мы тоже это сделаем чуть позже. Но самое главное, что? Это наш сканер, да. Все-таки мы в этом выпуске прокопаем и посмотрим мою теорию. Все ли я верно вам рассказал? Для начала мы сейчас быстренько давайте выложим все лишнее, чтобы вдруг, если мы случайно погибнем, чего я не хочу, железная руда, мало железной руды в любом случае. Вдруг, если мы погибнем, да, чтобы не сильно разочаровываться в жизни и не прыгать в окно. Это мы отложим. Как много гнилой плоти. Так, это сюда, сюда, сюда. А, это раф, это сырое. Да, раф это, по-моему, с... Да. То есть, наоборот, мы раф тогда выкидываем, это оставляем. Потом выкидываем пилу, палку оставляем. Сейчас я быстренько все это раскидаю, чудо. Я еще только проснулся, поэтому надо мне... проснуться, как ни странно. Я только проснулся, поэтому мне нужно проснуться. Так, дубовые доски выкидываем, оставляем. Выкидываем, давайте сюда выкидываем. Оставим лопату, потом землю мы немножко оставим. Оставим, это мы выкидываем, выкидываем. Ну, можно оставить и факелы, да, нам бы еще парочку факелов. Вот, этого в принципе сполна хватит. Ну все, как-то так. Лук, я не знаю, брать ли мне лук. Давайте мы не будем в этот раз брать лук. И еды, все. Ну что ж, let's go. Еще раз давайте расскажу вам про сканер. Кстати, у нас нету шапки, шапка сломалась. Еще раз про сканер, да, я в прошлый раз говорил, да, чтобы знать все точнее, прочтите на Вики. Я сам пошел, прочитал на Вики, опять же. Сейчас я вам скажу все точно про сканер. Ну просто, чтобы так по дороге подобрать резины. Получается так, что там тоже формула такая сложная. Получается, он оценивает блоки таким способом. Он берет, короче, за, например, за уголь дает единицу. За алмазы, я правильно говорю, там пятерку. И там за другие виды тоже, там между четверкой, тройкой, там пятеркой и так далее. То есть от 1 до 5 он дает за руду. При этом он не учитывает камень этот вот. Но потом он в самом конце формулы... Да, говорю, там все очень сложно, просто посмотрите на сайте. Еще раз говорю, суть в том, да, чем больше число, тем лучше. Вот и все. То есть, когда большое число, вы будете уверены 100% в том, что там ценная руда. Это 100%. Не обязательно там даже будут алмазы, конечно же. Там может быть, например, руда, которая стоит 4, да? Я не помню, какие там входят виды руды. Ну, в любом случае, это уже другая история. Мы сейчас пойдем сюда. По-моему, здесь у нас лучшее место. То есть, давайте проверим. Если я все правильно вам рассказал,
по моему замыслу, да, мы сейчас прокопаем. А, я забыл кое-что сделать. Ах ты чмо. Опять ты хочешь поджечь, да, дура тупая? Блин, мы сейчас сломаются доспехи. Да. Тяжко мне будет, очень тяжко до него дойти. Да тварь тупая. А ну, короче, нужно, знаешь, что сделать? А лесенку сделать обязательно. Как же забыл-то про нее. Хорошо, что у нас много дерева. Дерева у нас много. Ой, не туда лезу. Так. Ну что ж, давайте сделаем лестницу. Лестницы надо тоже много, примерно 70 единиц. Оо. Ну попробуем что-нибудь придумать. Так, подождите, что-то много как-то. Ну-ка еще раз. Так, берем стак. Не получится, потому что это надо тогда сделать таким образом. Быстрее никак. И вот таким способом, да, мы делаем лесенку. Только 24. Ну, это в идеале, по моему замыслу, чтобы мы могли потом просто спускаться, да. И эта шахта, в принципе, ну, не шахта, это дыра будет просто, а не шахта. Эта дыра останется навсегда. Не, реально, если я все продумал правильно, это вообще будет офигенно. То есть мы сможем в любом месте прокопать и достать алмазы. Прикиньте. Все, скоро мы уже сделаем лесенки. Ну, я говорю, штук 70. Да, 70, тем более, видите, у нас сейчас высота 68. Нам даже хватит, например, 65. 65 ступенек. О, так будет быстрее. Оп, оп, раз, два, три, четыре, пять. 64. О, все, 64, все, хватит. Ага, это давайте мы выкинем. И это, ой, и это выкинем. Все, let's go, let's go, let's go, let's go. Потом, знаете, что надо будет сделать? Потом сделать надо будет вокруг этого места заборчик, чтобы случайно не упал. Теперь смотрите. Провалился. По моему замыслу. Мы делаем так же, как и сканер. Я уже говорил, да? Что сканер, например, от этой точки, да, он отсчитывает два блока. Вот раз, два. Потом сюда раз, два. Раз, два. Вот такой диапазон он сканирует. Ну, в идеале, конечно, такой диапазон как раз нам и нужно копать. В идеале. Ой, тупое говно. Ага. Самое главное, блин, не забыть, где середина. Вот. То есть, чтобы максимальный эффект был, нам нужно такой диапазон копать. Ну что ж, давайте попробуем. В принципе, это очень интересно в том плане, что будут огромные дыры, да? Ага. Кстати, например, для дерева есть пила. Для, ну, не знаю, для всяких алмазов, да. Для этих, для булыжников есть бур. Правильно? А что у нас есть для обычного песка? Короче, реально, я еще не проснулся. Ладно, все, выкапываем. Оп-оп-оп-оп. Вначале будет тяжело, потому что, видите, у нас лопата медленно копает. Самое главное, да, вот это правило майнкрафтеров, не копать под собой. Запомните. То есть, когда копаете, не копать вот так вот. Вот так, под себя, стоя на боке, вниз так не надо, потому что там может быть лава, и все, и вы сфигели. Все, сейчас у нас закончится песок, и мы будем быстро копать буром. Если, еще раз говорю, я все продумал идеально, мы найдем в этом выпуске алмазы прямо в этом месте, если я все продумал правильно. Ну, я говорю, смотрите, какая красота. То есть у нас будут красивые... Ой, спокойно. Вот видите, да? Присасывает. Все, теперь у нас пошла... Пошла другая шляпа. Почти пошла. Сейчас мы уберем песок. Во, все. Во, теперь другое дело. Оп-оп-оп-оп. Видите, мы копать будем все это быстро. Проблемы нету с этим. Так. Оп-оп-оп. Ага. И вот такими темпами такая большая яма. Никогда не копал такие большие ямы. Я вообще сначала думал, что мы будем копать, например, там, ну, в два блока, да?
Ага, что-то уже нашли. Два блока, ну чтоб столько. Что-то уже нашли. Это у нас получается железо. Но я думаю, сканер не учитывал это железо. Ну вот, я уже говорил, что уголь, да, он считается как единица по ценности. То есть вот он пошел уголь. Ага, вот он пошел железо. Это хорошо, железо нам нужно. Да, нам нужно будет потом бегать заряжать постоянно. Все комментарии к видео я читаю. Там писали люди, чтобы я лучше поставила электрические печки. Мы поставим, но это будет все позже. Я надеюсь, что на меня сверху никто не упадет. Это сразу за компанию выкопаем уголь наш. Опа, лишним он не будет. О, как много угля, вы видите, да? То есть уже эффективность идет, вы видите? А? Чуете, да, сколько угля мы набрали? Но я хочу все равно, самое главное это алмазы, 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 алмазы. Я бы сделал полностью весь сет доспехов. Так, теперь, чтобы было все красиво, давайте закроем, потому что мы оттуда уже все вытащили. Чтобы я просто не путался потом. Вот так вот. И поехали сюда выравнивать. Оп, 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 оп. Какие-то страшные звуки слышу я. Этот выпуск у нас был посвящен компанию, это логично. Так, ну в принципе, знаете, что можно пока сделать? Поставить лесенку. Лишней она не будет, и покушать. Ага, отлично. Все, где у нас дом? Дом у нас получается в той стороне. Вот он дом, да? Значит, вот так мы поставим лестницу на всякий случай. Кстати, чтобы остановиться на лестнице и стоять на одном месте, нужно нажать Shift. Вот, нажали Shift. Мы стоим на одном месте. Опа. Опа. А можно нажать Shift? О, нифига себе. Нажать и потихонечку так подниматься, подниматься, подниматься. Все отлично. Так, пока все идет у нас по плану. У нас есть факелы, так что нам ничего не страшно. Дырку мы закроем. Оп, 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 оп. А, скоро разрядится уже, да. Ну, я тогда буду заряжать уже без вас, чтобы не мучить вас, да? Перемотаю просто и все. Оп, 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 оп. Кстати, это было бы быстрее, думаю, с помощью динамита. Хотя, насколько я помню, если мы используем динамит, то он... Вообще говоря, в итоге получаем меньше ресурсов, да? Потому что при взрыве они портятся и все. Поэтому нерационально. Оп, 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 оп. Оп, 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 оп. Вот эта скорость я понимаю. Так, дальше. Оп, оп. Сразу два блока. Видите, иногда удобнее сразу по два блока делать. Ой, 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 куда-то не туда пошел. Тихо. Сейчас только камня наберем, забейте просто. Ага, медь. Медь тоже хорошая вещь. Медь нам тоже нужна для проводов всяких и так далее. Для, чтобы получить бронзу, тоже нужна медь. Из бронзы можно доспехи делать. Берем все ресурсы. Давай, детка. Ага. Все, и закрываем шляпу эту. Так, где я был-то? Господи Иисусе, куда я делся? Я потерялся. Ладно, сейчас это прокопаем и закроем. И такими темпами чик-чик. Чик-чик. И садится наш бур. Осталось немножко уже. Осталось 3, 2, 1. Бабах. Вы видите, сколько много ресурсов нахожу, да? Сколько меди в одном месте только. Хорошо, это мы сейчас закрываем. И USGO дальше. Но наш бур тухнет и тухнет. Ну, мы просто... Во, все, сел. Сел у нас бур. Мы это, в принципе, учтем, да, и в следующий раз будем уже делать аккумуляторы и брать с собой, чтобы хватило хотя бы на одну яму. Давайте я сейчас бегаю, это, подзаряжу и уже включу, когда мы будем здесь опять. Эх, короче, запинали меня ночью. Запинали и унизили, и сожгли мои деревья. Мои резиновые деревья. Ну, что ж поделать.
Теперь самое главное спуститься. Я смогу спуститься нормально? Ох, первый раз в жизни спустился нормально. Я продолжим свое дело. Так, let's go, let's go, let's go. Опа, опа, оп, 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 оп. И такими темпами нам еще 50 блоков вниз. Можно даже сделать вот так. Сразу делать по 3 блока. Я думаю, будет эффективнее. Оп, оп. Чтобы быстрее шло в сотни тысяч раз. Ага, оп, 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 оп. Так. Где алмазы? Но алмазы, само собой, они должны быть внизу. Я уже говорил, что чаще всего они на пятом... На пятом-шестом уровне. Быстро, в принципе, разряжается. Но, конечно, если учесть, сколько мы блоков здесь выкапываем, это очень много блоков. Очень много. Ну вот так, еще три вниз прокопали, отлично. Такая дыра, я говорю, самое главное потом сюда не упасть. Так, кстати, еще плюс, знаете, в чем? То, что мы можем найти рано или поздно какую-нибудь интересную пещеру, это хорошо. Видите, меня убили, я потерял опыт. Ну что такое, ублюдки, конченые. Бог, хорошо, что он земли ломает быстро, кстати, очень быстро ломает, да, запомни. Оп, 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 оп. Так, еще прокопали, да, еще три вниз. Ага, 44-й уровень, давай, братюня. И уже наполовину посадили. В любом случае, давайте возьмем уголь, надо обязательно его выкапывать. Уголь нужен нам всегда. Всегда, 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 всегда. Все, хватит нам угля. На год вперед, так. Давай, давай, добывайся, добывайся. Нам, потому что надо будет переплавлять еще кирпич сраный этот. А вы помните, да, что его плавить очень тяжело. Поэтому, конечно, эффективнее будут построить всякие вот эти вот электропечки. Ага. И сейчас сделаем так, чтобы все было красиво. Вот так вот, да? Как будто я здесь ничего не трогал. Все. И опять продолжаем наше любимое дело. Оп-о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 п. Прикиньте, если это все рукой копать, то есть киркой. По-моему, она дольше была бы копала бы алмазная кирка. Угу. Так, ну еще давайте попробуем три вниз. Вот я, видите, опять плохо сделал, я копал под собой, да, это неправильно было. Там могла быть лава и все, я бы оттуда никогда в жизни не вылез. У меня бы началась паника, я бы заплакал, запищал. Ага. Хорошо, 40-й, 40-й. Ой-ой-ой-ой, перекапываю. 40-й уровень у нас уже глубины. Осталось не так много. Хотя, может быть, надо было реально копать в 2 кубика. Да, это было бы гораздо быстрее. Давайте мы тогда попробуем здесь. Опять под собой копаю. Ну, молодец. Попробуем тогда. Так, я слышу звуки, подождите. Я слышу, что-то ходит. Попробуем тогда в этот раз прокопать таким способом, да? Видите, огромный радиус, огромный. Это будет гораздо дольше. А в следующий раз попробуем именно сразу в 2 блока. Я все фуловый, молодец. Все, выкидываем это говно. Странно. О, там еще целая эта фигня стоит. Кто-то ходит, да? Прям рядом как будто. Странно. Так, сейчас, сейчас все определим. Ай, все, кончилась у меня зарядка.
Поэтому копаем. О, сейчас ставим лесенку и идем опять заряжать. Так, все, я готов дальше копать, но у нас уже, видите, мало времени осталось на этот выпуск. Что я предлагаю? Давайте тогда я буду копать уже дальше сам и буду вам показывать интересные моменты. То есть, когда я буду находить руду там и так далее. Потому что я хочу в любом случае докопать до самого низа и показать, эффективно ли это или нет. Или это не стоило того. Так, ну вот, смотрите, видите, сразу попадается и много меди. Вот она, медь. И железо самое главное. Нужно много железа, чтобы сделать наковальню. Видите, сколько много железа? Это тоже учитывается. Так, я опять... Ой, черт. Ну вот, зацените, сколько железа, да? Вот. Еще я подобрал. То есть уже мы окупили 100%. Так, медь я, наверное, больше собирать не буду. Все, видите, я уже полностью фулл слоты у меня. Копаем дальше. Так, вот вообще у нас золото есть. Золото. Это пока что мы еще на глубине 22. Уже нашли много полезного. То есть у меня уже в итоге получилось там 33 руды железные, да? Ну, там еще у меня до этого было 10. Короче говоря, я нашел 20 с чем-то руды. Теперь вот золото пошло. Опять железо пошло. Вы видите, все-таки работает, да. Но напомню, в первую очередь нам нужны алмазы. Алмазы. Вы чуете, да? Три буквы. Алма. Я думаю, это уже пещера. Но еще плюс в том, что мы нашли где-то пещеру. Почти нашли. Я слышал, они где-то здесь ходят. Ладно, копаем дальше. Так, ну вот, да, нашел я какую-то пещеру. В принципе, я ее даже не пробовал искать, да? И нам ее не надо было искать. Просто копаем, копаем, делаем свое дело и находим эту шляпу. Здравствуйте. О, давай ты мне поможешь. Пускай он взорвется. Давай, братюня. Ну давай. Па! О, как больно. Больновато было. Ну ладно. Зато у нас теперь будет такой хороший проходик. О! А мы в любом случае копали. Смотрите, да, мы прямо в пещеру попали. Ну что ж, теперь у нас есть еще одна пещера. Ладно, мы будем изучать пещеру потом. В следующем выпуске, да? В этом выпуске мы сделаем свое дело. Я докопаю до самого низа. Смотрите. Еще обратите внимание, как раз я хотел показать вам, что есть такие блоки, то есть смотрите, я добываю некоторые легко, да, каменные блоки, булыжники. Опа! А есть вот такие вот обманки, да? Там находятся существа, которые будут нас атаковать. Видите, он тяжело ломается. Раньше, когда я его первый сыграл, я пугался этой темы, потому что я, ну, не понимал разницы. Смотрите. Увидите, да? О-о. Теперь я к ним привык. Тем более, видите, я атакую сильно. У меня оружие гибель насекомых. Это насекомые, типа. Так что тоже учтите. Ладно, я копаю дальше до самого низа. Так, все, вот я огородил пещеру, да? Чтобы потом ее исследовать, мы сейчас сделаем так. Вот я сделал верстак. Просто сделаем дверь и все, и профит. Потому что там будут респавниться криперы, да? Они потом могут пойти и взорваться в ненужный момент. А потом зайдем и будем исследовать. Но я копаю дальше вниз. Тан-тара-тара-тара-тай. Ну, а шо? А шо это такое? А? А не алмазы ли это, вы спросите меня? Это не фотошоп. Заметьте, это не фотошоп. И даже не Paint. Это действительность. Так, ну что мы видим с вами? Я чую опасность. Алмазы ли это? Это алмазы. Да, господа, это алмазы. И немало алмазов, заметьте. 6 алмазов. 6. Вы чуете запашок победы, да? 6 алмазов. 14-й уровень, кстати, да, 14-й, не 6-й. Опа, закрываем и идем дальше. Но мы еще не дошли до самого низа. Идем дальше. Также, видите, попадается нам красная пыль.
полезная вещь, но попалось ее немножко. Фух, осталось совсем немного, уже ночь прошла в игре. Вы спросите меня, как мы будем входить в ту дверь? А, фиг его знает, это уже не важно. Так смотреть, как будто там эта дверь приделана к стене, да? Как будто прохода нету. Ну ладно, копай дальше. Та-да! Все, дошел я до самого низа. Все, в принципе, схема моя сработала все уже. То есть я собрал 6 алмазов, да и много других ресурсов. Полно ресурсов нашел. Там железо переплавляется уже куча, да? Может быть, даже стак получится. Потом красную пыль находил, меди много и так далее. Еще пещеру мы нашли. В пещере тоже есть железо. Так что все отлично. Этот выпуск у нас был посвящен чисто этой работе. Вот самый низ, смотрите, второй уровень, видали? Здесь уже смысла нету копать, я думаю, да. Все. Дошли до самого основания. Оп, оп и оп. Ну вот так вот, давайте сейчас мы вылезем, посмотрим, как это выглядит сверху. Вот так даже полезем. Какая глубина. А, вот кто здесь ходил, да, это вот как раз мы пещеру и нашли. Поднимаемся в высоту. Само собой, если мы отсюда упадем, да, мы сдохнем. Кстати, у меня уже все доспехи сломаны. Ах ты, чмо подзаборное. Вы слышали? Он дверь ломал мою. Ну ты пёс. Ну ты псина. Кстати, вот за этот... за этот выпуск, да? О, сколько их много, да? За этот выпуск уже раз 40-й, наверное, эти мрази ко мне пристают. Да-да, сейчас меня убьют, само собой, это норма. Очень тяжело с ними драться возле воды, это просто невозможно, потому что в воде у вас скорость, да, миллиарды раз меньше, чем у них, миллиарды раз. А если вот так? О, больно, да, чмо? Почти, ладно, помешало. Сдохни, тварь. Поэтому лучше всего их убивать из лука, и все, и проблем не будет у вас. Ой, тем более еще стрелу подобрал. Стрелу. Их было двое, куда еще один делся, странно. Вообще обнаглели, уже прям у дверей дома стоят, твари. Ну что, всем спасибо за просмотр. В следующей серии нам нужно будет сделать наковальню, да, потом надо будет сделать здесь шкафчики. Сделаем какой-нибудь доспех, да, надо будет достраивать из красного кирпича. И еще немножко покопаем. Покопаем еще немножко с помощью сканера. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем пока!